отправляясь в неизведанные края, чтобы открыть новые части Земли, исследователь обязан убедиться, что его записи будут доставлены в целости и сохранности, с ним или без него. Мне нужен доброволец, готовый пойти со мной через ледник, чтобы найти записи пропавшей датской экспедиции. Капитан, я хочу пойти с вами, если позволите. Что ты знаешь о переходах на санях и выживании в лютый мороз? Он всего лишь механик. Вы рискуете жизнью. Он единственный, кто согласился пойти. Члены датской экспедиции погибли. Может, они ничего и не нашли. 3, 2, 1. Мы будто прибыли на Луну. У-ху! Что, по-вашему, случилось с датской экспедицией? Никто не думает, что не справится. Всякий верит, что найдет путь. Ничего не выходит. Ни следа жизни. Даже птиц нет. Наступит ли момент, когда мы... Сдадимся? У нас есть карта. Мы найдем их и вернемся к Августу на корабль. Стой! Нет! Вы не верите, что мы выживем? Истина в каждом сне, Иверсон. Говорят, истина кроется в каждом сне. Ты осознаешь, что за вами никто не придет? Вы здесь умрете. Я убью его. Вы верите в призраков, капитан? Погибнуть от холода. От голода. Лишиться рассудка. Дойти до предела. За надежду.